нашим национальное видео. Как жаль, что мы сейчас увидели. Как жаль, что мы просто наделали несправедливо. Говорит оголчало и лучше, чем никогда. Мы должны все знать, что творится беда. Как стало давно известно нам, Америка будет войска в Вьетнам. Меня никто не обвинит. Короче, нельзя заморочно, мешок вырезает пулитон на почту и помещается на столе рабочем. Вы хотите, пройдете сами, но мешок приходится брать руками. Снова ранчелами, кто знает, против войны, друзья, меня никто не обвинит. Белый дом охватит, мы замутим только наши ганджи-паки. Я уверен, что она поддержит угар. Это будет наш самый черный фиат. Наш добрый ноги в полной громкости. Всех стран пойму друг друга. Дай флаг Берлин по стене. Напишет «Хуй войне!» Это натуральный вопрос. Одна друга будут париться легко. За то, что нам опознанут мусоры. Блогеры и длинные тропы. И никто кроме меня не напишет. Жаль, я вам всем будет завтра наплевать. Уж вот сегодня уже наплевать на Вьетнам. И вчера наплевать на нам. Вы лишь у вас трусливые создания. Наши гражданские создания. Слышал ответ очень долго, не кнопок и майор за ничей-то жопы. Кто-то строчит комментарий меня. Я еще в грязном паре. Я его почитаю, даже не здесь. Сегодня повсюду нахуй. Купи разоблачение, купи любовь. Это номер, это не скрываться внутри. А все равно чувствуй. Что-то жалеешь, что вам не было. Купи любовь, я тебя. Купи не замашь, по дорогам не запорят. На то, как я же видишь, что позарей. Я вас вам не подпит. Не знай, как наезжать на них. Ничего не менял, даже когда для него было самое время.